Всем привет, друзья! Меня зовут Сергей, и вы находитесь на канале Guitar Money. И сегодня мы разберем очередной классный риф. Ну что ж, друзья, давайте я вам быстро объясню, как этот риф играется. Состоит он из четырех маленьких квадратов. Первый квадрат. Второй квадрат. Третий квадрат такой же, как первый. И четвертый квадрат. Давайте разберем. Первый квадрат. Два удара по квинтиля. Далее идет шестая струна, пятый лад, седьмой лад, пятая струна, пятый лад, седьмой лад. Далее продолжается пятая струна, пятый лад, седьмой, четвертая струна, пятый лад, седьмой. И возвращаемся, четвертая струна, пятый лад, пятая струна, седьмой лад, пятый лад. И медленно получается вот так. Второй квадрат. Начало как у первого квадрата. По шестой струне пятый лад, седьмой, пятая струна пятый лад, седьмой. Далее такая штука. Это у нас третья струна пятый лад, точнее третья струна седьмой лад, пятый. Далее четвертая струна седьмой. Пятый, пятая струна, седьмой, пятый, седьмой. И все вместе получается вот так. Далее у нас третий квадрат такой же, как первый. И далее четвертый квадрат у нас вот такой. То есть это третья струна, седьмой лад. Пятый, четвертая струна, седьмой лад. И пятый лад. И вот такая штука. Это четыре удара. На седьмом ладу мы зажимаем мизинцем, или как вы зажмете, седьмой. И первая струна седьмой лад, вторая струна седьмой лад, третья струна седьмой лад. Получается такая штука. И все вместе звучит это вот так. Друзья, если вам понравилось это видео, обязательно ставьте лайк. Подписывайтесь на канал, нас ждет много всего интересного. Если вы хотите поддержать меня материально, ссылочки на Donation Alerts и на Patreon будут в описании к этому видео. Подписывайтесь на мой инстаграм, ссылки также будут в описании к этому видео. На меня зовут Сергей, и это канал Guitar Mania. Всем позитивного настроения. До встречи на ютубе.